Славянском районе есть множество разнообразных спортивных сооружений. И самое главное, каждый год появляются новые. Не зря наш муниципалитет называют территорией спорта. Радостным событием для жителей Кировского сельского поселения стало торжественное открытие спортивной площадки в центре хутора Голицын. Физическая культура и спорт пользуются все большей популярностью. Интерес к таким занятиям возрастает и в Кировском сельском поселении. И он всячески поддерживается властями всех уровней. Об этом убедительно свидетельствует строительство спортивной площадки, которая отвечает всем современным требованиям. Самый торжественный момент открытия. Глава Славянского района Роман Синеговский, депутат законодательного собрания Краснодарского края, первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, заслуженный мастер спорта России Ирина Караваева, глава Кировского сельского поселения Евгений Леонов перерезают красную ленту у входа на площадку. Это событие собравшиеся встретили горячими аплодисментами. Сегодня в Краснодарском крае существуют программы, как мы называем, поддержки наших сельских территорий, развиваем спорт шаговой доступности. И вот не первая площадка уже в Славянском районе, многофункциональная площадка, где будет возможность заниматься у наших детей спортом. Я вас всех поздравляю, потому что это действительно яркое событие, и приятно, что вот мы дошли уже до наших сельских территорий. Для спортивных игр глава района подарил ребятам набор мячей. Площадка построена благодаря тесному взаимодействию всех заинтересованных служб. И результат, конечно, порадовал. Пусть эта площадка станет центром притяжения вашего поселения. Пусть здесь зарождаются новые олимпийцы. Я желаю вам здоровья, я желаю вам удачи и новых побед. Ирина Караваева передала символический ключ от площадки инструктору по физической культуре и спорту поселения Диане Шапарь и юным спортсменам. Глава Кировского сельского поселения Евгений Леонов отметил, что площадка – это большой шаг вперед в спортивном развитии, и поблагодарил всех, кто содействовал строительству спортплощадки. Учащиеся отделения спортивной гимнастики 1-й детско-юношеской спортшколы порадовали всех собравшихся своими показательными выступлениями. Давайте дружнее поддержим наших гостей гимнасток аплодисментами. С ритмом поможем. Заслуженный мастер спорта России Ирина Караваева была очень рада принять участие в открытии этой спортплощадки. И, конечно, открывая такие площадки многофункциональные по всему Краснодарскому краю, для меня, как для спортсменки, для олимпийской чемпионки, очень радостно на душе, что очень много жителей Краснодарского края просто приобщаются к здоровому образу жизни, к спорту. А это здоровье нации, здоровье нашего будущего поколения. Олимпийская чемпионка отметила, что Славянский район известен своими спортивными традициями и достижениями. Он уже на протяжении стольких лет является спортивным, потому что у вас есть здесь и олимпийцы, заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры, то есть очень хорошая тренерская база. А те виды спорта, которые считаются истинно кубанскими, это легкая атлетика, это баскетбол у нас и много-много других видов спорта, спортивная гимнастика. Именно те точки роста, на которых базируется Краснодарский край. Больше всех радовались юные спортсмены, которые уже успели оценить все плюсы современной площадки. Я очень рада, что открыли эту площадку. На ней можно заниматься и играть в футбол, там борьбой заниматься. И тренер будет сюда приезжать, будем в футбол играть все вместе. Мы все с нетерпением ждали ее открытия. Очень предвкушали это, что когда она откроется. Очень качественное поле и тренажеры. Спасибо за такую, конечно, площадку, что теперь мы сможем тут спокойно заниматься. Удобное поле, комфортные тренажеры. Все, всем нравится. На только что открытой площадке отличное и качественное покрытие, очень удобное для занятий. И она разделена на две зоны – игровую для проведения соревнований по футболу или баскетболу и физкультурную, где расположены брусья, перекладины и тренажеры. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».